Всем привет, мои дорогие, с вами Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы поговорим о том, как обращаться к человеку в чате через никнейм, да, то есть это касается только Телеграма. Ну вот, к примеру, я хочу, да, вот смотрите, Албаковой Лизе сейчас конкретно хочу помочь, но я думаю, всем остальным тоже будет очень интересно. Нажимаете, да, на человека, вот его имя пользователя, копируете, да, вставляете его имя пользователя и потом пишете, да, привет, допустим, как дела, или пишите какой-то свой вопрос. И у человека возникает, если у него не открыт чат, такая вот запятая, да, типа вот этой вот собачки, она тут возникает, сбоку человек открывает, нажимает на такую галочку, которая будет вот тут примерно светиться, он нажимает, и его перекидывают именно на то сообщение, которое ему и адресовалось, лично ему. Так адресат вас быстрее увидит, быстрее услышит, и вам будет намного проще работать в чате со своими директорами, со своими новичками, потому что новички уже будут видеть, что это касается вопроса именно их. И это будет здорово.